Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Таня, и сегодня я в Екатеринбурге. Я здесь проездом и постараюсь вам показать этот город за один день. Показать Екатеринбург за один день невозможно. В этом видео я вам покажу центральные достопримечательности, которые обязательно стоит посетить, если вы приедете в этот город. Сразу скажу, что я сюда приехала во второй половине октября, и мне еще удалось застать золотую осень. Я доехала до самого центра Екатеринбурга, это площадь 1905 года, она так и называется. И вот это здание, пожалуй, одно из самых красивых зданий в Екатеринбурге, это Горсовет. Перед нами необычный уральский креатив, когда над историческим зданием надстраивают стеклянный торговый центр. Само вот это историческое здание – это памятник архитектуры 19 века, дом Коробовых. Даже если вы приехали в Екатеринбург и заранее не позаботились о том, что здесь можно посмотреть, то смело можете идти по красной линии. Это пешеходный туристический маршрут для самостоятельного прохождения. Его протяженность 6,5 километров. Я прошла чуть дальше, и уже кроме красной линии есть желтая и фиолетовая. Кстати, фиолетовая появилась буквально в этом 2020 году. А вот желтая линия предназначена для велосипедистов. Фиолетовая арт-линия познакомит вас с работами уличных художников. Она соединяет в одном 9-километровом маршруте 29 работ уличных художников, которые создавались в рамках фестиваля в разные года. Есть еще синяя линия. Она соединяет места, связанные с именем царской семьи. Вот я иду-иду по фиолетовой линии, и тут стрелка. И что у нас там? Какой-то арт-объект. Вообще линии такого плана очень удобные. Начинаешь путешествие в любой точке, идешь в любую сторону и знаешь, что самое интересное, не пропустишь. А впереди расположен современный небоскреб Высоцкий. Он имеет 54 этажа. Наверху есть платная смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид на город. Входной билет стоит 400 рублей. А на втором этаже находится музей, посвященный самому Владимиру Высоцкому. Очень удобно, что все главные достопримечательности в Екатеринбурге находятся в пешей доступности. Я пришла на набережную возле реки Исеть. Здесь установлены две ротонды. И что интересно, по задумке авторов, эти беседки были специально сделаны из бронзы. Постепенно бронза покроется зеленоватым оттенком, что придаст такой себе исторический вид данной беседке. Сзади меня находится, пожалуй, самое красивое здание в Екатеринбурге, архитектура которого выделяется среди остальных домов. Этот особняк называется домом Севастьянова. Первый дом Севастьянова был выстроен еще до 1817 года, хотя впоследствии перестраивался. Николай Иванович Севастьянов – это потомственный дворянин, в честь которого назван этот особняк. Был чиновником горного ведомства и предпринимателем по совместительству. Когда Севастьянов получил повышение и уехал в Санкт-Петербург, здание было приобретено в казну. Сейчас это объект культурного наследия и резиденция президента. А здесь растут ранетки. Посмотрите, целая аллея деревьев. Если у нас в Крыму на каждом шагу встречается слива, то здесь ранетки. Сейчас буду пробовать. Они у нас не растут. Как раз такая переспелая ранетка. Вкусно, но кисло. А сзади меня находится плотина городского пруда. Это первое сооружение в Екатеринбурге.
Здесь, на месте старого екатеринбургского завода, силами трудящихся Свердловска сооружен исторический сквер к 250-летию города. Исторический сквер, или плотинка, как его еще называют, является наиболее популярным культурным местом в Екатеринбурге. А это памятник создателям Екатеринбурга Вильгельму Дегенину и Василию Татищеву. Тут же недалеко находится водонапорная башня, которая была построена не ранее 1891 года для нужд железнодорожных мастерских. Когда я издалека увидела эту будку, я подумала, что она телефонная, но нет же. Это открытая библиотека, книжные шкафы установлены в общественных местах, где любой абсолютно желающий человек может оставить прочитанные книги или взять ту, которая ему понравилась. По мне, это очень классная идея. Здесь находится музей архитектуры и дизайна. Если у вас будет время, то советую посетить музей внутри. Там представлены макеты интересных зданий Екатеринбурга и окрестных городов. Здесь же есть памятник императору Петру Первому. Мне очень понравилась выставка под открытым небом крупногабаритных техник уральских заводов. Это старинные машины и механизмы, с которых, собственно, и начиналась уральская промышленность. А это ножницы. Такими точно не ногти стричь. 1908 год. Молот паровоздушный. 1938 год. А я подошла еще к одной достопримечательности. Это первая ленд-арт, скульптура в городе, посвященная клавиатуре. Неофициально это самая большая клавиатура в мире. Ее размер 4 на 16 метров, а общий вес клавиш более 100 тонн. И кого же мы здесь видим? Группа Beatles, которой в Екатеринбурге достались вот такие металлические силуэты. Сейчас я вам покажу сквер, где лежат камни абсолютно разных месторождений Урала. Это выставка минералов пород под открытым небом. Какой гладкий камень, это мрамор. Это тоже мрамор. Не написано место рождения. И это тоже мрамор. Это все мрамор. Видите, какой разный. Этот вообще такой интересный. Расцветка. Офиокальцит – бакальское месторождение, Южный Урал. Также советую пройтись над сквером. Там вам также встретятся интересные здания старой постройки. И вот еще один дом интересный, совсем старенький. Правда, никаких памятных табличек я не вижу. А это герб Екатеринбурга. Пока я шла еще к одной достопримечательности, по пути мне встретился Пушкин в образе Дракулы, дома старой постройки, в которых располагаются музеи. Творческая студия «Арт из мозаики любой сложности». Но я вам хочу показать дальше. Смотрите, как интересно разрисованы стены. Креативно.
Здесь находится небольшой сквер. И обратите внимание, стоит фортепиано. Целых три. Оно даже работает, но не все клавиши, не все, но вот частично работает. И хочу заметить, здесь даже есть педальки, и они целые. Креативненько. А я думаю, почему мне на пути встречается столько разных музеев, и все в одном месте. Оказывается, это литературный квартал. А вот и карта квартала со всеми достопримечательностями. Памятник Пушкину, музеи. Я подошла к одной из главных достопримечательностей Екатеринбурга – это храм на Крови. Самый большой храм Екатеринбурга стоит на месте расстрела царской семьи. Это пятикупольное здание с 14 колоколами и музейным комплексом. До храма тут стоял Ипатьевский особняк, где и была проведена в 1918 году казнь. В 90-е годы на этом месте стоял крест, а сам храм начали строить в 2000 году. Здесь проводятся службы, устраиваются православные ярмарки и начинаются крестные ходы. Рядом с храмом располагается еще одно величественное здание – это музей святой царской семьи, в которое я не зашла. По духу этому храму равных совсем немного, все-таки история есть история. Далее я вернулась к набережной у реки Исеть и отправилась в сторону еще одного интересного места в городе – это Ельцин-центр. Сзади меня находится современное стеклянное здание в стиле хай-тек. Здесь находится образовательно-культурный центр, где проводятся разные мероприятия, фестивали, обучающие тренинги. Здесь большая зона отдыха, и летом это место особо пользуется популярностью. Сам музей Ельцина я не пошла, хотя, наверное, зря. Слышала хорошие отзывы об этом музее. Однако у некоторых есть вопросы к качеству информации. Там вы сможете прочувствовать атмосферу советского времени. Музей вам расскажет о Ельцине и руководстве. Я решила просто погулять по центру. На 9 этажах располагаются всевозможные магазины, проводятся образовательные тренинги, развлекательные игры, а также научные семинары. Из окна виден дом писателя Гайдара. По поводу заведений с едой, ела я в основном в столовых. Средний чек не превышал 300 рублей. Но, честно сказать, здесь такая столовая, как кафе. Нет.
Екатеринбург далеко не маленький город, поэтому за один день его не обойдешь. Я решила сделать еще одно видео из этого города, поэтому если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. И увидимся с вами уже в следующих моих видео. Всем пока-пока!